опять же, вопрос, сохранил бы он такую свежесть, если бы во втором периоде ему 20 бросков прилетело. Вот это большой вопрос. Зрители требуют шайбу, и Капризов дает им требуемое. Кирилл Капризов забрасывает Локомотиву в 4 последних матчах из 5. Подкараулил отскок около ворот и с неудобной руки забросил. Ну что же, жить становится веселее болельщикам ЦСКА. Может быть, и рано уверовали ярославцы в то, что ЦСКА им уже ничего страшного не сделает. Бросок Григоренко от синей линии, Салак отбивает, это тоже там, похоже, был рикошет. И Капризов под воротами один-одинешник. Интересно, вот Григоренко бросал, Капризов подправил сам.